Тут меня, оказывается, начинает слушать Воронеж. Ну, это очень хорошо, я рада. Хотела показать Воронежу, как вообще могла бы проходить ваша жизнь, если бы у вас не было Путина. И жизнь, оказывается, может быть прекрасна. Может, так, навскидку, не раз в году, когда вы едете на вакейшн, и не где-то на картинке, а ваша личная жизнь. Эту вашу личную жизнь у вас украл Путин. Вы ему подарили хорошую жизнь. Вы подарили ему хорошую жизнь его детям, его, не знаю, там, любовникам, с кем он там спит, не знаю, его родственникам. Но вам он ничего не подарил. У вас есть воронежская жижа под названием водохранилище, в котором можно только отравиться или заболеть чем-то. Вот, а теперь он еще подарил вам возможность стать фашистами. Поехать убить людей, за это ничего не получить в плане денег, но сдохнуть и быть привезенным в пакетике. В маленьком или в большом, уже не знаю, сколько от вас останется частей тела. Но просто я говорю, что вы проебали эту жизнь. Вы реально проебали эту жизнь. А жизнь могла бы быть прекрасна.